Всем здорово, друг. Сегодня у нас видео по Майнкрафту. Это уже у нас вторая часть. Это именно метро. Здравствуйте, опять. Никого нет, допустим. А сейчас мы поедем по второму диаметру. Садимся и едем. Я уже не покину дистанцию, так что заметьте кусты. Кусты. Пожалуйста. Что я хочу? Станция К. Станция, улица Тихого. Не забывайте детей беременных. Ой. Не забывайте ничего, ладно? Жулеби на два. Просьба не забывать чемоданы, вещи. Еще что-то не забывайте. Детей кормить не забывайте. А дальше не было. Опа! Сейчас его будет. Что еще будет? Совсем не будет. Ладно. Вот у нас вот такая линия, сюда опять. Но мы, короче, что тут делаем, просто едем, так что все. Так, пошли, да. Тут просто сверху вниз, но у нас просто очень маленькая, где мы идем прорабатывать. Там быстро постеление будет, мешаем дальше дать. Котельники, сервисы, лодка конечная. Просто покинуть погоды. За проезд туда находится административка и штраф в размере 5К. Просто нарисовать график. Ладно. Так, ребят. Блин, что у нас тут брону? У нас туда выходит. Ну, так. Сейчас опять. Второй раз. Идем вот это и. Сейчас мы падаем. Ну, сначала мы очень медленно выйдем. Мы выходим. Да. Улица Тихая. Следующая станция Жлебина 2. Жлебина 2. Просьба не забывать людей в угодах, себя и всем удачи. Так, сейчас у нас будет. Ой, котельники, мне надо спасти. Сейчас мы сюда доедем. Лермонтовский проспект. Так, ребятки, Лермонтовский проспект у нас. Дальше мы отправим. Я думаю, еще будет Лермонтовский проспект. У нас, к сожалению, будет встречная поезда. То есть там я меняюсь другим машинистом, который поедет дальше. Я вам покажу тогда Жулебина, что я есть по Жулебину. Ну, а теперь представь, что здесь другой машинист. Так, что у нас тут есть, ребятки, на Жулебина? Ну, там старые такие лампочки, из-за того, что это более такая старая станция. Тут подъем наверх у нас есть. Короче, тут как раз таки Жулебина 2. Тут вот, может сказать, ну, еще с этой стороны, типа, такая мини-платформочка. Короче, тут что у нас? Тут уже поворот идет. То есть там вообще пути, на который можно залезть. Но это энергорельс! Так, что сейчас пока у нас ударит током. Что тут есть?
Больше пока что-то нет. Ну ладно, ребятки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.